20,7%. 6 шайб заброшено на 29 попыток. 47 секунд у них остается в этом большинстве. Какой сольный слалом и блестящий гол! Томаш! Нет, не Томаш. Нетик, конечно, это 27-й номер команды. Владислав Надь, который не знает, что такое ветеран. Похоже, забрасывает очередную свою шайбу в этом чемпионате. Невероятный Владислав Надь. И ведь очень-очень красивая шайба. Он вот наподобие такой забросил в ворота Медвежчака в первом матче. Правда, в меньшинстве сейчас. Без шансов для Нильсена. Супер скоростной проход. И никто его не сумел остановить. Ни Свитов, который пытался с ним в силовой сыграть. Ни кто из защитников. Ни Никулин, который бросался в последний момент уже, пытаясь шайбу выбить у своего оппонента. Нет, не произошло этого. Владислав Надь. Блестящий гол и 1-0 в пользу Слована, который, видимо, намерен продолжить свою победную серию на старте чемпионата.